Эминем, братан, привет. Как прошел первый урок русского языка, который я записал вчера для тебя? Получается, нет? Если есть какие-то вопросы, не получаются какие-то слова или слоги, или отдельные звуки, пиши в комментариях. Специально для тебя я расшифрую. А завтра будет ровно год, как я отпустил шарик, в котором в том числе загадал прочитать рэп вместе с тобой на матче НБА в Лос-Анджелесе или Бруклине. Я думаю, осталось немного до того дня, когда эта мечта сбудется. Ну а сегодня, Эминем, братан, вторая песня, которая написана не специально для тебя, но после прочтения которой, я думаю, ты по-любому улыбнешься, если, конечно, ты поймешь ее текст. Если ты не понимаешь русский язык, то попроси доктора Дре или Снуп Дога или 50 Цента, если они, конечно, говорят по-русски, наверное, тоже не говорят. Блин, короче, с юмором у меня... Моя специальность не comedy club, не стендап-комик. Моя специальность человек, который становится известным на весь мир. Вот. А эти видео я записываю для того, чтобы помочь Эминему прочитать текст моей песни на русском языке. И также для того, чтобы приблизить мою вторую мечту, чтобы 100 самых популярных артистов по всему миру исполнили мою песню на русском языке. Вот. Сегодня будет песня «Сон грибного поэта». Эминем, братан, просто повторяй за мной. Логика и факты. Здесь их просто нет. Не воспринимайте серьезно этот текст. Как в голливудском фильме, но только во сне. Грибному поэту пришла информация извне. К земле на скоростях огромных метеорит несется, и тенью своей темной скоро закроет солнце. Во-первых, нужно срочно в новости историю. Пусть звезды расскажут своей аудитории. Звоню лучшим ведущим Ксюше и Ванюше. Прямо на корпоративе объявляют о грядущем. Отправляю СМС Клаве и Артуру. Пусть про угрозу расскажут через поп-культуру. Пусть Канье Уэст напишет пост в своей телеге, напишет и Паша, тогда точно все заметят. Цель достигнута быстро, соцсети все гудят. Теперь нужно решить, как до него добраться. Может, синий трактор, что едет по лугам, но навряд ли он сможет подняться к небесам. А может, шустрый дед гоняет быстро на самокате? Самокате он даже обогнал Алю на Бугатти. Нет, нам нужен марсианин, хозяин Твиттера. Попросим у него корабль и назначим шкипером. Вопрос доставки решен. Но что доставить, чтобы небесное тело в сторону направить, собрать со всей планеты матерей Кузьмы, чтоб ядерные грибы нас всех спасти могли? Но что, если от взрыва сойдет с орбиты наш шар и поменяются местами северный и южный полюса? Еще вариант ЦЕРН, адронный коллайдер, сделать из него лазер, поток частиц направить. Взорвать, разрушить? Нет, так не пойдет. Слово берет аргентинский паренек. Хулио Альварес предлагает довериться богам, футбольному богу и богу рэпа все по плечам. Вывести на орбиту Месси и Эминема, дать им мяч и микрофон,
чтобы решить проблему. План великолепный, как я понял, надежный, как швейцарский нож сработать должен. Итак, Илон Маск собирает команду. На шаттле «Драконе» летит в космос Аки Ангел. С ним на ракете Эминем и Лео Месси. Криштиану отказали, сказали, не поместится. Метеорит уж близко, на связи Ди Каприо Лео. С Земли корректируют орбиту примерно. М переодевается в костюм Спайдермена, а дальше вот какую они провернули схему. Паук прикрепил паутину к мячу футбольному. Чемпион мира мяч пнул в метеорита сторону. Паутина натянулась, Эминем ползет по ней, доползает, говорит по рации «Окей». Достает микрофон, читает рэп в вакууме. Про кролика «Восьмую милю» все по плану. Ты можешь сделать все, на что настроишь мозг. На этой фразе появилась прямо у него под носом. Сфера волшебная, она светится так ярко, а в ней записка из кириллических знаков. Надпись расшифрована, она понятна всем. Улыбнись, пожалуйста, товарищ Эминем. Маршал улыбается, метеорит уходит в сторону. Как Луна теперь вращается вокруг Земли ровно. Мирное оружие, мораль сей басни такова, позитив и юмор способны на чудеса. Спец, мне, короче, сегодня приснилось, что ты записал песню с какими-то известными артистами, с двумя, фиток был. И типа вышла песня на YouTube, и ты стал типа знаменитым. А потом какой-то блогер еще твой куплет разобрал. Отдельное видео прям было. И типа это, вот ты стал популярным.